Задержали 22-летнего сутенера у дома «Юности 5». Сюда он привез для клиента двух девушек. За двоих попросил 3000 рублей. После того, как деньги были в руках, его поймали. Ведь вместе с клиентом здесь его ждали сотрудники полиции. На его след вышли благодаря клиенту. Оказывается, вот этот предприимчивый молодой человек зарегистрировался в социальных сетях под ником Виктория Васильева. От вымышленного имени он отправлял мужчинам рассылки с предложением интимных услуг. Добропорядочный житель города Нижнекамск решил обратиться к правоохранительным органам, сообщил об этом полицию. И последующие сотрудники решили проверить данную информацию. А в ходе оперативных мероприятий, следственные эксперименты, были помечены денежные средства и... За один час интимные услуги он брал 1500 рублей, 500 оставлял себе. Остальное отдавал девушкам легкого поведения. Ими оказались две приезжие 17-летние девушки. На оказание услуг они пошли добровольно. Приехали к родственникам, и в последующем также они сообщили в ходе расследования данного уголовного дела, что это уже не единичный случай. Это как бы до этого они уже успели, так сказать, оказать интимные услуги где-то 7-8 случаях и получили за это деньги. Судя по количеству подписчиков на странице ВКонтакте, клиентов было предостаточно. Сейчас девушки уехали обратно домой. А молодой сутенер, кстати, ранее уже судимый за мошенничество, ближайшие 2 года проведет в колонии общего режима. Айгуль Яблонская, Евгений Лазаев, Ренат Харасов. Новости НТР.